Друзья, привет! Хочу показать вам, как я омолаживаю старую розу. Этой розе уже больше 15 лет. Вот посмотрите, какие у нее толстые-толстые стволы. И здесь пошел базальный побег, новый базальный побег. Я его оставила. Этот ствол старый тоже пока оставила. Вот он, здесь кое-что поубираю, но в основном вот он неплохой. Вот сюда, в эту сторону идет этот стволик. А вот этот ствол, вот посмотрите, какой он. Я его уже и обрезала, и он хорошо подмерз вот этой зимой. Вот я его сейчас вам покажу. Посмотрите, я его обрезала. Вот он какой. Я его обрезала. Сейчас вот здесь вот я все замажу этису. Вот это очень хорошее средство, бальзам этису. Вот здесь вот все позамазываю, посчищаю сначала, прежде чем замазать. Вот, вот так вот я сделаю. Аккуратненько, очень аккуратненько. Вот здесь вот все освободила. И вот таким вот я делала срез инструментом Бергер. Очень рекомендую, хорошая такая штучка. У меня и секатор есть Бергер, и вот эта пилка Бергер. И вот ровненький, аккуратненький срез, который я сейчас замажу, то есть я омолаживаю эту розу. Вот хороший базальничек очень пошел. Надеюсь, она на следующий год еще даст мне базальники. Роза моя любимая, красивая. Это роза Golden Showers. Ей уже, ну, лет 15. Вот такая вот у меня роза. Так вот она вымахала. Видите, смотрите, как тут. Вот это все я сейчас выкину. И тут все продезинфицирую, обработаю, пролью. Вот таким образом. Так, Пуша, ты тоже здесь, да? Ты мне помогаешь, да? Помощница моя ты теперь, Пушуня. Пусунька, ты помощница? Вот таким образом. Do you remember the 21st night of September? Love was changing the minds of pretenders while chasing the clouds away. Our hearts were ringing in the key that our souls were singing as we danced in the night. Remember how the stars stole the night. December.